Талайбек Бурчубаев был известен как мастер спорта и наставник, который на протяжении своей жизни активно пропагандировал спорт среди молодежи. Он гордо размахивал флагом Кыргызстана, вдохновляя молодых людей на занятия самбо. Его мечта об открытии спортзала в родном селе Кайырма стала реальностью благодаря его усилиям. И теперь это место служит центром притяжения для молодежи, стремящейся к физическому развитию. Для меня очень важно, что память о Талайбеке живет. Он действительно сделал многое для спорта, особенно для самбо. Его страсть и преданность этому виду борьбы вдохновили многих молодых людей. На открытии турнира была проведена церемония, посвященная памяти Талайбека Бурчубаева, где друзья и родственники вспоминали о его достижениях и вкладе в развитие самбо. Участники турнира продемонстрировали высокий уровень подготовки, и каждый из них стремился к победе. Мен бүгін 35 килограммды күрөшөм. Финалга чыктым азыр. Мен көлө катышам, байкем. Байкем алып келген самбого, анан азыр досум менен чыгам финалга. Анан буйрса биринчи орун алам. Я хочу стать по самбо чемпионом. Это мое достижение. Я хочу стать самбистом. Участвовать в всемирных чемпионатах по Кыргызстану, по всему миру. Мен самбодо 6 жыл баштадым. Келечегимде чемпион мира болу керек. Азияны жеңип, мамлекетиме жакшы медальдарды алып келим керек. Кроме того, проведенное мероприятие способствовало популяризации самбо и укреплению дружеских связей среди молодежи. Оно увеличило число молодых людей, заинтересованных в этом виде спорта. На протяжении турнира участники показали не только силу и мастерство, но и честную игру, что является важным аспектом спортивной культуры. Сегодняшнее мероприятие у нас посвященное памяти Бурчубаева Талайбека. Он был мастером спорта СССР. Вот этот зал, как вы видите, он сам построил. У него была мечта здесь провести турнир, но, к сожалению, мы потеряли нашего старшего брата. Вот. И со стороны семьи, друзей Талайбека Бурчубаева инициировано вот это мероприятие. Мы, Федерация самбо Чуйской области, в свою очередь поддерживаем судейским составом, экипировкой. На мероприятии была подчеркнута значимость работы Талайбека Бурчубаева. Созданный им спортивный зал стал основой для дальнейшего развития самбо в регионе. И теперь молодежь имеет возможность тренироваться в современных условиях. Это создает благоприятные перспективы для подготовки новых чемпионов. Мы с ним 40 лет дружили. И вот его мечта была вот здесь, в селе. Организовать именно вот самбо. И вот это здание он взял, отремонтировали и начал он здесь тренировать. Сам Талай мастер спорта СССР. Вот этот турнир мы первый раз организовываем. В будущем мы настраиваемся, чтобы этот турнир превратился в международный турнир с хорошим статусом. В следующем году в этом зале планируется проведение международного турнира по самбо, что станет дополнительным шагом в развитии спортивной инфраструктуры и привлечении внимания к данному виду спорта на международной арене. Победителям турнира были вручены медали, ценные подарки и ряд наград, что подчеркнуло значимость их достижений и вдохновило на новые победы. Сымбат Алмазова, Чингис Садыков, УТРК «Чуй».